Можно ли сказать, что последние события с Филаретом связаны с тем, что уже через пару дней Порошенко не будет президентом? И тогда патриарх сможет рассказать всю правду о кулуарных договоренностях с президентом и Епифанием. Патриарх Филарет очень-очень-очень умный человек. Третьего человека назвал сегодня очень умным. Вы просто с разумными людьми спілкуєтесь, Дмитро, вам пощастило. Патриарх Филарет очень интересный человек. С ним очень интересно общаться один на один. Вот мы несколько раз с ним встречались у него дома. Это было очень интересно. Очень интересно. Поэтому я думаю, что Филарет Петра Алексеевича переиграет все равно в длинную. Я думаю, что по отношению к Филарету была допущена несправедливость. Но я не лезу внутри церковные дела. И я вообще не считаю, что государство должно совать свой нос в церковные дела. Церковь отделена от государства. Поэтому Петр Алексеевич тоже совершил большую ошибку, то, что так втравил всех в межцерковные отношения. Не надо делать на этом рейтинг. Я думаю, что служители культа и их паства должны выстраивать свои отношения вне зависимости от государства.